15 ноября президент Илхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии в Исмаиле филиала ДОСТ ЭВЕ Центра инклюзивного развития творчества ДОСТ Министерства труда и социальной защиты населения. Министр труда и социальной защиты населения Саиль Бабаев проинформировал главу государства первой леди о проделанной работе. Отметим, что в государственной политике, проводимой в нашей стране под руководством президента Ильхама Алиева, всегда уделяется особое внимание развитию социальной сферы и решению социальных вопросов уязвимых слоев населения. Наряду с проектами, реализуемыми в этом направлении на государственном уровне, особой значимостью выделяются инициативы первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой. В этом контексте можно отметить создание Центра инклюзивного развития творчества ДОСТ. Основная цель центра, созданного по инициативе первого вице-президента Мехрибан Алиевой, развитие творческого потенциала талантливых людей из числа членов семьи шахидов, лиц с инвалидностью, детей, потерявших родителей, детей из малообеспеченных семей. Деятельность центра в основном связана с музыкой, изобразительным искусством, танцами, гончарным делом, ковроткачеством, флористикой, ландшафтным дизайном и садоводством, художественной резьбой, кулинарией, фотографией и другие. За время деятельности центра 470 бенефициаров прошли в нем обучение по различным творческим направлениям, а также воспользовались предоставляемыми социально-педагогическими и психологическими услугами. В настоящее время услугами центра пользуются 186 человек. Из них 131 человек – лица с инвалидностью, 21 человек – дети, потерявшие родителей, 22 человека – члены малообеспеченных семей, 12 человек – члены семей шахидов. ДОСТ ЭВЕ в Исмаиле будет функционировать как филиал этого центра. Было сообщено, что филиал ДОСТ ЭВЕ Центра инклюзивного развития творчества ДОСТ расположен на 16-м километре дороги Мугалны-Исмаиле. Предприятие спроектировано в современном стиле с использованием современных и конструктивных элементов и добавлением национальных орнаментов. Инженерные системы отвечают самым высоким требованиям. Одноэтажный ДОСТ ЭВЕ состоит из двух блоков. В филиале будут работать 6 мастерских по 10 направлениям. В центре выставок и продаж будут проводиться демонстрации продажи изделия ручной работы бенефициаров. Было сообщено, что здесь будет осуществляться демонстрация продажи образцов ремесленничества, изготовленных лицами с инвалидностью и из других уязвимых групп, проживающими в регионе и привлеченными к ДОСТ ЭВЕ. Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с мастерскими в ДОСТ ЭВЕ.